всех отслеживаемых системах отмечаются критические сбои. Просим немедленно приступить к эвакуации. Зафиксированы существенные сбои систем на всем уровне. Всем, кроме ответственных лиц, немедленно эвакуироваться. Дайте мне обзор ущерба. Мы потеряли все основные источники энергии. Система климат-контроля не отвечает. В секторах 2, 3, 6 и 7 возгорание третьей степени. Большие потери среди гражданского населения. По всей станции замечены многочисленные проникновения искусственных форм жизни. Предположительно, враждебных. Просьба соблюдать осторожность. А где Сарен? Бывший спектр Сарен Артериус приближается к залу совета. Выдан ордер на его арест, однако в настоящее время служба безопасности не может привести его в исполнение. Что стало с советом? В соответствии со стандартным протоколом, члены совета эвакуированы на путь предназначения. А капитан Андерсон и посол Удина, что с ними? У меня нет данных о состоянии отдельных лиц. Сбор сведений о пострадавших и выживших начнется по разрешении текущего кризиса. Вперед! Мы должны остановить Сарена, пока не поздно! Просим немедленно приступить к эвакуации. Это не учебная тревога. Надеть шлем! Полезем наружу!
Разумеется, ты не успеешь. Пришлось по пути разгребать груды гетского металлолома. Прости, что заставила ждать. Я победил. Уже дошло, нет? Через пару минут Властелин будет контролировать все системы цитадели. Ретранслятор откроется. Пожинатели вернутся. Я иду к главной панели управления, и ты меня не остановишь. Тебе удалось пережить нашу встречу на Вермайере. А с тех пор я изменился. Стал лучше. Властелин усовершенствовал меня. Ты дал Властелину насажать в себя имплантатов? Пожалуй, я должен поблагодарить тебя, Шепард. После Вермайера я все думал о твоих словах. О том, что Властелин манипулирует мною. О внушении. Сомнения стали разъедать меня. Властелин почувствовал это. Его имплантаты укрепили мою решимость. Теперь все сомнения позади. Я всецело верю во Властелина. Я знаю, что пожинателям нужна органика. Присоединись к нам, и Властелин найдет для тебя место. Через эти имплантаты Властелин тобой управляет. Ты не понимаешь этого? Наш симбиоз взаимовыгоден. Органика и техника сплетены воедино. Союз плоти и стали. Сильные стороны от обеих, слабые ни от одной. Я образ будущего, Шепард. Эволюции всей органической жизни. Это наша судьба. Присоединись к Властелину, и ты переродишься. Властелин еще не победил. Я не дам ему захватить контроль над станцией. Отойди в сторону, и нашествие не состоится. Мы не можем это остановить, лишь задержать. У тебя же были видения. Ты знаешь, что случилось с протеанами. Пожинатели слишком сильны. Какой-то частью себя ты еще понимаешь, что так нельзя. Ты можешь бороться. Возможно, это правда. Возможно, еще есть шанс, чтобы... Имплантаты! Властелин слишком силен. Мне жаль, но уже слишком поздно. Еще не все кончено! Ты еще можешь освободиться! Прощаешь. Спасибо. Контролирую все системы. Быстро! Раскрывайте станцию! Возможно, флот успеет сбить Властелина до того, как он вновь перехватит управление. Попробуйте открыть канал связи. Путь предназначения! Основные двигатели отключены! Мощность генетических барьеров упала до 40%! На борту члены Совета! Повторяю! На борту члены Совета! Нормандия, цитадель! Нормандия, цитадели. Скажите, что это вы, капитан. А вы кого ожидали услышать? Мы принимаем сигнал бедствия, капитан. Я тут в секторе Антуры, со всем Арктурским флотом. Мы можем спасти путь предназначения. Просто разблокируйте ретрансляторы вокруг цитадели, и мы тут как тут. Вы уверены, Шепард? Если вы пришлете сюда флот, человеческие потери будут очень высоки. Это касается не только людей. Властелин — угроза для всех органических видов в галактике. Верно.
Поэтому вам нельзя тратить силы на попытки спасти совет. Придержите подкрепление, пока цитадель не раскроется, и человеческий флот сможет ударить по властелину. Какие будут приказы, капитан? Лететь на выручку пути предназначения? Или погоди, покажу порвать? Я открываю ретрансляторы, Джокер. Путь предназначения надо спасти любой ценой. Надеюсь, совет это оценит. Корабли Альянса в бой. Спасти путь предназначения. Капитан, мы получаем подкрепление. Это Альянс. Слава богине! Вы в безопасности. Повторяю, вы в безопасности. Цитадель открывается. Огонь по властелину. Ну что, он готов? Мертв.
шанс. Уничтожьте это чудовище любой ценой.
Уилсон! Мы нашли их! Они здесь! Спокойно, все кончилось. Вы в безопасности. Где капитан?